Что ж, мы на чистом заводе 2. Как я в прошлый раз говорил, у нас будет ждать 2 новых врага. Начало тут будет весьма интересно, сейчас сами увидите. Так, я не помню, тут вначале будут монстры или нет. Вроде бы нет. Да, вроде нет. Сейчас назад. Ага. Так, посмеялись, ладно. Сейчас на запут в этой комнате. Броню пока не берем. Что вообще? Ну, в общем, сейчас будет там по телеку рожа Белтаугера. Он нас будет пугать, типа мы, он победил и так далее. Но нифига подобного, вы сами понимаете, мы не сдадимся до конца. Что ж, пошли. Так, подлечимся сразу. Что тут у нас КПК? А, давайте сначала КПК посмотрим. Тут в целом безопасно, пока мы кнопку не нажмем ту. Так, аудиозаписи нет, только жаль. Да, тут будет, кстати, ядовитый газ, опасная штука, она будет уменьшать здоровье. В один момент ее будет очень много, но придется быстро отключать его. Точнее, включать насосы, чтобы это откачивали. Не знаю, как эта фигня называется. В общем, ладно. Тут будет, кстати, как я уже говорил, новые враги. Первые в целом мелкие детишки. Потом вторые огромные толстые. Вторые, скорее всего, это... Ну, это вторые будут представлены что-то типа мини-босса. Но на самом деле это обычный враг. Просто он встречается очень редко. Но об этом я позднее скажу перед их появлением. Сами увидите. Что ж, нажму кнопочку. Да-да-да. В твоих снах, говнюк, блин. Накуси-выкуси называется, блин. Убить меня, ешь, мать его. Да после того, что мы тут все видели, да это уж смешно даже. Так, прыгаем тут на эту фигню. Отсюда сюда. Так, тут никого нет, не? 4-2-8, что-то я не знаю, что это значит. Внимание, система воздуха. К газу, кстати, не подходить близко. Потому что он уменьшает здоровье. Да ты чё? Прям такой ядовитый. Где бы тут понюхать? Ну где бы? Ну где бы? Ну где бы? Ладно, потом понюхаем. А ты откуда? Так, сохранимся тут, чтобы потом, если что, все это не посматривать по новой. Блин. Спутал кнопки, ладно. А, вот и газ. Бойная штука. Ничего не скажешь, ё-ма. Хорошая штука. Сильно мозги, да? Ну ладно, это я прикалываюсь-то. Не будем делать детсад, пошли дальше.
Я не понял, он что, не прыгает через решетку? Ладно. Внимание! В связи с угрозой проникновения ядовитых примесей извне, аварийный выход закрыт. Тут у нас лежит ракетница, если не нашли в прошлый раз. Хотя не найти ее крайне невозможно, она лежит на винном месте. Внимание! В связи с так, угрозой что-то я, по-моему, не помню. Ядовитых примесей извне, аварийный выход закрыт. Блин, на какой пароль? Что-то я подзапамятовал. У нас ничего тут нет. Так, опушки КПК. Вроде в одном из пушек КПК какая-то фигня была. Так, может это? Четыре, восемь, три. Ну попробуем. Четыре, восемь, три. А, ну он же, хорошо. Как удачно. Сейчас вроде Ревенант будет. Так, нет. Имп пока. Да, враги так и тут со всех щелей. Так, тут у нас ядовитый газ. Надо поосторожнее подлечиться, пройти. Так, сохранимся. Будем почаще сейвиться. Уви не самый легкий. Как он из рука так попал? Так, баня не нужна пока. Господи, запомните вот этот звук. Слышите, что-то такое похожее на... Будто кто-то зовет маму. Такая, мама, мама, мама. Что-то такое примерно. Это был звук нового врага. Я не знаю, он сейчас появится. Или нет. В общем, заранее о них расскажу, потому что я не помню точно, когда они появятся. Короче, это что-то вроде маленьких детишек с крышками. Ножки, я не знаю, что у них с ножками, потому что как они внешне выглядят. В общем, какие-то дети из ада с крыльями, бьют вблизи какими-то когтями. В целом, те же паучки, чуть-чуть внешне другой вид, чуть-чуть поживучий. Бьют по броне, также поодиночке не ходят. Чаще всего ходят парами, точнее, быстрее стайками. Иногда водятся вместе с манкубусами. Да, манкубус это новый ваг на этом уровне тоже будет. О нем я позднее расскажу перед его появлением. Это я помню точно, когда он появится. А как детей маленьких зовут, сейчас скажу. Вроде бы Чарубы. Да, вроде бы так. В целом ничего особенного, старайтесь расстреливать издалека. Если бы зипташи, в принципе, легко убивается из долбаша, главное целиться вниз. В общем-то и все. Он так что, думал напугать, что ли? Ой, чёрт, Ревенант. Ну как знал. Как знал, этот засадник зайдет за спины. Вот почему звук тут и важен. Всегда слышите, откуда идет звук. Тут, кажется, еще один. Возьмем плазмоганчик наш любимый.
Так, тут у нас ничего. Так, а ты чего, ракета, это хорошо? Опять этот звук. Как я его ненавижу. Посторонним вход воспрещен. Сейв. Это опять их не звук был. Е-мое, ревенант. Воспользуюсь базукой для разнообразия ракетницы. Как видите, двух точных попаданий достаточно вполне. Штука хорошая. Так, тут нам пока не платит, там газ вроде бы. Пойдем пока тут. Так, туда точно не платит, там загазованность большая. Надо оттуда газ откачать. А, вот. Там сюда. Так, тут сейчас вроде потерянные души будут. Что-то в газ я зря встал. Не самая удачная идея. Спасибо, хоть аптечка есть. Это что-то. Почему я пойти-то не смог? А, тут это железное, мне помешало пойти, блин. Неудачно она упала. Что-то много тут зомби, согласитесь. Как-то странно их тут видеть. Особенно, что последний уровень их толком не было. Вот, собственно, отсюда надо газ откачать. Откуда они взялись, а? Друг другу на голову падали, что ли? Ну тут ничего не работает. Так, тут сохранимся. Сами понимаете, все это лишь не бывает. Убить его. И это все? Этим он хотел меня убить? Опозорился. А может, я за это говорю. Хотя иди к черту. Так, тут вот еще будет. А не там ли он? Так-то не он. Ё-моё. Что-то я гранатами не... помахнулся, маленький. Ладно. Бывает. Ах ты! Вот почему бочки всегда взрывать надо заранее. Вот прикиньте, если бы мы тут стояли, бы по нас ракеты попали, бочка, соответственно, взорвалась бы. Так, это детишки. Господи, я их ненавижу. Просто это вообще, как я не знаю кого.
сразу Dead Space вспоминается. Только в Dead Space, если у нас Айзак есть, то тут у нас его нету. Так, я тут сохранюсь, пожалуй. Осторожно, узкий поход, хорошее предупреждение. Вот, собственно, они. Стоим просто тут. Пока вперед не идем. Ну, как вы видели, ног у них нету. Вместо ног у них что-то типа... Не знаю, как назвать. Типа задница, как у мухи, что-то типа такого. Ну, как у насекомого, что-то такое, типа. Вместо... На спине у них также крылья, вместо ног у них вот эти... Когти, что-то типа того. Я точно не разглядел. Мне как-то не до этого было. Верхняя часть у них ребенка. Все время зовут маму, всегда этот звук. Чаще всего, как я говорил, видели, они ходят вместе. Поодиночке не ходят. Также вместе с манкубусами бывают. Почти всегда. Насколько я помню. Так, баню возьмем. Опять узкий поход. Где тут им? Хотели зажать, но не вышло. К моему счастью. Так, там вроде нас поджидают. Я точно не помню. Но я сохранюсь. Внимание. Опасная ситуация. Да, вместо рук у них когти. Нижняя часть фактически как у насекомого. Так, тут ничего нет. Бьют только вблизи, могут прыгнуть, в принципе, как и им. Внимание. Опасная так, ничего себе. Выброс ядовитых газов в атмосферу. О-о-о. Круто мы попали, ребята. Это манкубус. Причем не один. Так, сейчас их будет две или три штуки, я точно не помню. Так, что у нас из оружия мощного? Пазмы маловато. Воспользуемся ракетницей, пожалуй. Чем можно о нем сказать? Толстый, большой, живучий. Бьет весьма больно, стреляет ракетами, двумя мощными ракетницами у него. Вместо каждой руки у него ракетница. Что-то типа, как у Ревенанта, только ракеты помощнее. И они не самонаводящиеся, летят точно на вас. Просто, точнее, прямо. Вблизи также могут очень сильно двумя руками долбануть. Или пузом, я точно не помню. Вроде пузом долбят. Тактика, ну... Поодиночке в целом их более-менее легко убить. А стрелять лучше всего из ракетницы. Или из плазмогана. В целом, если достаточно БФГ, боеприпаса, можно один раз БФГ пульнуть. Что еще? Всем старайтесь ставить за укрытие. Выходим, стреляем, назад в укрытие. И так далее. Сейчас их будет двое или трое. В общем, ладно. Сейчас увидите, все, сохранимся.
Ладно, 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 ладно. Что-то я тупанул. Я чуть не заметил, что забыл, что там второй стоит. Ладно, еще разочек. Сохранимся, это сразу, чтобы это ли потом, если что, не смотреть. Что-то я подзабыл. Так, один готов. Еще один вылез. Он идет сюда. Так, тут эти. Как их зовут? Челуба, челуба. Переключаемся на автоматику, скорее. Манкубусы, к сожалению, очень редко встречаются. Хотя в целом, слава богу, ну, как-то жалко. Весьма такой колоритный персонаж, монстр. Может было больше места того пихнуть. Тут он, к сожалению, сейчас только в аду встретится, если я не ошибаюсь, и все. В дополнение у Section of Evil, я не понял, он только в канализациях появляется. В целом жаль, как-то могли бы почаще его тут вставлять. Хотя бы по одной штуке. В целом такой оригинальный враг, согласитесь. В оригинальных думах он гораздо чаще встречался. Я тебе сейчас дам маму, блин. Маму ему. Сохранились. Так, сейчас будет очень весело. Включаем сразу по змаган. Смерть, это еще не конец. Твоя душа будет вечно гореть в аду. Но это мы еще увидим. Сейчас, если я не ошибаюсь, надо будет в это включить откачку газа, иначе мы быстро умрем. Просто делаем это быстро, жмем сразу кнопки. Также там будет айвенат, но это в самом ничего особенного. Сейчас увидите. Главное, бежим и делаем все это быстро. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Выброс ядовитых газов в атмосферу. Первый из воздуха очистил, второй воздухоочиститель. Внимание! Система воздухоочиститель. Ну вот, в целом и все. Главное тут не медлить. Сделать все это быстро. Тут у нас плазма, аптечки. Плазма — это очень хорошо. У нас плазмы сейчас не так много. Она нам нужна. Ракеты у нас тоже кончились. Потратили на манкубусов. Одна ракета осталась. Но это в целом стоило того, чтобы на него потратить. Плазма в целом более полезна будет нам еще. Ладно, посмотрим КПК. Опять аудиозаписи нету. Не знаю, почему на этом этих нету. Ну, в общем, не важно. Тут еще раз пишут этот пароль. На тот случай, если мы только ПК не нашли. Хотя, да что-то я не знаю. Ну, им опять Айвенант. Но этот весь уровень закончен. Что у нас сейчас? Монорельс? Да, отлично. Мы подвигаемся намного дальше. На Монорельсе будет очень интересно.
Там появится, сколько врагов-то новых, сейчас скажу. Один точно. Это Командос будет. По сути, тот же Малпех, только... В общем, об этом я вам сейчас расскажу. Что ж, сейчас мы попадем на монорельс. Также, кстати, там по нам будет стрелять пулемет, как играл в первой части. И не только по нам. Но об этом в следующий раз. Все, спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Сейчас будет небольшая заставочка, посмотрите. Я на этом с вами прощаюсь. Ты не обойдешь без смерти.